три толпы бежит, все 50 человек. Ну, я очень надеюсь, что там это... Я тебе отвечаю, смотри, они с нами не заспавнились, просто смотри на меня, братан. А сегодня рекомендую вам канал Фиазара. На его канале красивое рисованное оформление, а также Фиазар классно играет в мини-игры, хорошо пвпхается и скоро у него выйдет свой сериал. Поэтому по ссылочке в описании обязательно на него подпишитесь. Кролик сейчас откроет пати, чтобы к нам зашли 50 подписчиков. И посмотрим просто, как сейчас это произойдет. Давай все, открывай. Ты готов? Да, я готов. 3, 2, 1. Давай. Все, уже 50? Все? Уже 50? Секунда! Просто за секунду 50 человек зашло. Ну все, значит, пойдемте устраивать жесткую зарубу против подписчиков. Поехали. Обалдеть, ребят, просто посмотрите, сколько народу. И все они будут бить только нас. Вы это понимаете? 50 человек бьют только нас, друг друга не бьют. И наши тиммейты спрыгивают. То есть мы с кроликом против 50 человек. Охренеть. Кролик, за какую тиму будем заходить? Давай только... Спанч Боб, хорошо, Спанч Тим, будем губками. Вот, слушай, я зашел, ты зашел? А, да, все, ты зашел, отлично. Так, главное, чтобы наши тиммейты сразу же, конечно же, спрыгнули. Карта, в принципе, нормальная. У нас с Кроликом есть план. Мы бафаем спиды и сразу же бежим на центр. Я думаю, план хороший. Так, главное, чтобы сразу тиммейты спрыгнули. Кстати, одного я из этих знаю. Вот, слушай, так, значит, центр там. Все, главное, чтобы... Слушай, а если я сюда прыгну... Нет, я сразу же не падаю, хорошо. Так, все, два тиммейта наших спрыгнули, я почему-то подумал, то, что ты тоже упал, но да ладно, нет, все под контролем. Так, главное, чтобы хороший дроп попался. Кролик, что ты там, живой все, но? Да, нашел себе меч хороший. Окей. Можно считать то, что это, в принципе, наша первая вообще попытка, потому что, ну, предыдущие все попытки, если честно, были вообще ни о чем. Так, эту карту, в принципе, более-менее я помню. Вот, так, все, призываем Ифрита. Если что, остальные люди друг друга не бьют. То есть все бьют только нас. Айгер, вот почему мы с тобой рассоединились, я вижу... ГГ, на меня 30 человек сейчас побежит. Кролик. С трех сторон у меня три толпы бежит, все 50 человек. Ну я очень надеюсь, что там это... Я тебе отвечаю, смотри, они с нами не заспавнились, просто смотри на меня, братан. Беги, кролик, беги! Я не знаю, что нам делать. Пошли наверх куда-то строить. А что делать? Давай, беги. Тихо, я шерсть всё закрываю. Закрываю! У меня пёрло есть, если чё. Зомби апокалипсис. Кролик, сверху они... Они везде, кролик, они везде, кролик. У меня пёрлов нет. Я не знаю, что делать. Что это такое? Просто тэпаются, главное. Так, пошел нафиг. О боже, я так обосрался просто. И в прошлой катке вы увидели, какая жесть происходит. Так, главное сейчас, чтобы наши тиммейты сразу же спрыгнули, ну а мы с кроликом пошли на мидл. И знаете, мы уже сыграли много каток, в которых почти затащили, и я думаю, то, что в этой уже наконец-то затащим. В любом случае, мы идем сразу же на мидл, и там просто быстренько лутаемся. И послушайте, мы не хотим вам врать, кролик, объясни вообще, что мы сделали, какую мы такую поблажку для себя небольшую сделали. Ну я заметил, людей попросил просто, чтобы они на мид не шли хотя бы 30 секунд, чтобы мы хоть что-то залутали, потому что без шансов, когда они берут эндерперл и всю броню лучше. Да, понимаете, это... типа мы так хотя бы залутаемся хоть немного, и у нас будут хоть какие-то шансы. Я трусы нашел. Трусы? Четко, жаль, еще по ножу не нашел. Слушай, а ты что, а ты пошел вниз или куда ты пошел? Нет, блин. Ух ты, ё-моё, кролик, это фигово. Все, они уже идут к нам. Они уже летят, я вижу. Прям летят? Прям на крыльях ночи? Да, у меня все хорошо. Кроль, я прыгаю вниз, мне пофиг, мне нужен дроп. Сорян, если что, кроль, если мне сейчас спрыгнут. Я нашел трусы. Кролик, я нашел трусы, я вижу чела, который почему-то меня не бьет. Ну да, там вода, понятно, почему он меня не бьет. А, он лута, он залута. Мне нужен шлем. Не-не-не, с эндерперлами, не-не-не, эндерперл мне. Че? Мне не дают отрегениться, ни на секунду. Регенься, я тебя... Не дают, сзади, спереди. Ну я, конечно, постараюсь затащить, но... Ну, вот глянь, ну что это? Я спасаю. Да, хорошо. Четко. Нужна регенерация, есть? Гэпл есть. На, гэпл, я скинул гэпл сзади. Спасибо. Так, я думаю, здесь шансы какие-то есть. Да, все хорошо у нас. Все вообще отлично. Так, чела убили. Хорошо, так. А чего они чекают? Почему они ничего не чекают? Тихо, чел сзади. Ладно, у меня по броне все четко. Все отлично. Добрый. Они, в принципе, слушай, я думаю, вот эта катка перспективная. Правда, еще народу много, поэтому можно пока что про это не думать. Но, слушай, давай поднимемся вверх. В чем мы Тихо. Я не знаю, в этом моде очень сложно регениться, у меня постоянно нечем. Чел тут, Агера.
Он на тебя шел, я тебя спас. Да я так. Тоже тебя спасаю, как могу. Обалдеть, просто какое-то мясо происходит. Кролик. Все. Я дрожу. Мне нужно регенерация. Я чисто дрожу. Так, тут чувак бежит. Гений. Нет! Мы самый верх же не залутали. Братан, они сейчас сверху придут, у них столько лута будет. Кролик, тут ужас. Тут у меня какой-то реально ужас, короче. Я нашел регенку. За мной бегут очень много людей. Я кидаю эндерперлы, пытаюсь уйти, меня добили с лука. Блин, ну кроме, ну давай я немного постараюсь, конечно, тут гений. Закомбил гения, а, отлично, хорошо, все, он, конечно, выжил. Я не хочу с гением один на один остаться, понимаешь, он меня обыграет, скорее всего. Так, до свидания. Давай. Нет, они только толпой. Ага, ну я надеюсь. 9 киллов, охренеть. Блин, нет, я, мне страшно туда идти. Так, тихо, отлично. Это а чё они наверх идут-то, я не понимаю. Там не лутанные сундуки просто. Ну, они уже, правда, лутали их, но ладно. Чел залагал. Все, отлично. 12 киллов, кролик. Давай. Крыса меня сзади начала бить. Отлично. Что у вас тут так много? Они случайно друг друга еще бьют. Типа, видно, что случайно. Они замахиваются на меня. Они еще специально тебя не бьют, сзади стоят. Ну, это правильно. Что мне еще делать? Вот что мне в этой ситуации делать? Я потратил 2 эндерперла. Это фигово. Жить убивать. Так, тихо, надо пока что немного их откинуть. Так, реген. А, сопротивление к урону, ладно, пока не надо. Так. Главное не дать им полутаться до твоего лута, убивать слабеньких. Тихо. Закомбил. Отлично, под спидами легко так комбится. Все, отлично, я его убил, я увидел, засчитался килл. 16 киллов, кролик. Нет, вот его мне надо скинуть. Вот этот чел мне сейчас играет, короче, опасность. Играет опасность. Кроль, страшно! Да давай, брат. Ты веришь в меня, Кроль, скажи честно? А, верю. Там что-то передают бате, маме привет, что-то сестре, всем привет передают. Отлично. Даймонд дивизии пришли. Ну, типа, я их выигрываю чисто по броне, потому что, посмотри, вот видишь, у них реально плохая броня. Да. Тихо. Тупо тимы даймондов разлетаются. Тихо. Не, я не буду тратить эндерперл. Смотри, чел тупо застрял в воздухе. Смотри. Офигеть. 20 киллов, ребят. Что происходит? Это даже в какой-то мере хорошо, что я умер. Тебя больше дефенс. Ну, это, конечно, да, но... Главное, чтобы меня сейчас где-то в спину не скинули, я не упал на других людей и меня не добили. Вот это самое страшное, потому что если меня здесь скидывают, у меня автоматически мало хп остается и все. Блин, там гений еще. Не знаю, мне вот за гения, если честно, страшно. Но, по крайней мере, 21 килл. Человек, живущий в Майнкрафте. Ага, да, гений, да, понимаю. Слушайте, ребят, ну как вы видите, реально полнейшее мясо. Давай, гений, я готов с тобой пвпхаться. Вот смотри, он хочет со мной остаться один на один. Да, он много раз тебя мог уже скинуть, убить, но что-то он не пассивный. Не, ну спасибо, конечно, ему большое. Сундуки отрефилились, так, эндерперлы. Отлично, давайте его в спину немного побьем. Надеюсь, он не обидит. Слушай, так он реально гений. Прям чувствует, когда сзади него кто-то есть. Гения видно далеко. Так, вот это тоже гения вижу. Это просто даймонд. Ага. Ладно, хорошо, все, он куда-то ушел. Что-то все там пишут, тащи. Тебе надо лутать сундуки, не просирайте моменты, чтобы было больше перлов от всего. Тихо. А то они сейчас лутаются сами. Окей, а вот эти сундуки ж не лутали? Нет, походу их не лутали. Защита 2, забираю. Отдача 3 у меня была. Так, защита 2 у меня тоже была. Блин, слышал, у меня 3 эндерперла всего. Ну хотя ладно, все равно нормально. Слушай, замыть пати, потому что это какая-то вообще жесть сейчас происходит. В любом случае, я думаю, я эту катку затащу. Главное, чтобы я ни на что не отвлекался. Тебе надо как-то улучшать свой дроп. Я не знаю как, честно. Тут нету наковальни, посмотри. Поищи наковальню. Я сам давно не играл, хорошо. Посмотри наковальню, потому что у меня, в принципе... А вот гений пришел все-таки. Ну Тихо. Тихо. Ну, он сейчас тэпнется. А, нет, не тэпнул. Ладно, что? Боже, как же мне страшно. Не, наковален что-то не вижу. Ну, это, конечно, фигово, но ладно. Так. Уже он
Фол маска зачаренная на защите 2. Я вижу, у меня тоже как бы фол маска. И смотри, и он лутается, он да. Он еще лутается, да-да-да. Он все правильно делает. Так ранкет выигрывается лутанием сундуков. Угу. Лутанием лут. Так, тихо. Эта катка уже в любом случае останется, но я верю в победу. Боже, что? 1 хп, 22 кило, ну ты... Ребята, если честно, ролик мы этот записывали, наверное, часа 3, вот серьезно, мы настолько устали. То есть, да, бывали у меня ролики, где я записывал даже и дольше, но здесь это настолько сложно все время писать людям, вот, не делайте то, сделайте то. Многие этого не понимают, специально руинят. Из этих руинеров это просто невозможно. Мы пытались несколько раз записать победы, и все равно потом получается какая-то просто параша, и они не могут все равно нормально сделать то, что мы просим. Но в любом случае, ребят, я думаю, ролик получился эпичным. Та катка, в которую я почти затащил, да, меня в конце убил чел, у которого была мастерс-дивизия, даже вроде несколько, ну, то есть он очень классно играет, я ему еще оставил 0 хп, да и вообще получилось максимально эпично, я там сделал 20 с чем-то киллов. Короче, главное, мне ролик понравился, жаль, конечно, то, что некоторые люди этого не понимают, кролик пошел отдыхать, просто пошел спать, потому что реально у нас уже у обоих забомбило, у меня уже голос пропадает, ребят, я пошел для вас его монтировать, ну, а всем спасибо, кто досмотрел до этого момента, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, оставляйте свои комментарии, и всем пока-пока.